Привет, друзья! Создатели российских дронов «Камикадзе Ланцет» продолжают делиться информацией о своих дронах и показывать его применение. Ранее мы рассказывали о новой модели дрона «Ланцет» изделия 53. Ссылка на видео в комментариях к ролику. Опубликована примерная статистика боевой работы дронов «Ланцет» на Украине. На данный момент известно, что дронами «Ланцет» поражено на Украине 32 ЗРК, 37 танков, 87 САУ разных типов, 15 РСЗО, 104 орудия и миномета, 35 станций РЛС. Масштабность применения дрона такова, что при начале контрнаступления украинской армии за 4 дня дроном «Ланцет» было поражено 40 единиц техники. Множество фактов применения дронов «Ланцет» на Украине вы можете посмотреть у нас на канале, задав слово «Ланцет» на главной странице канала в графе «Поиск». Точная цена дрона «Ланцет» неизвестна, как и степень его локализации. Но по словам создателя, один вложенный рубль условно возвращается 400 рублями потерянной техники противника. Далее работа расчета дрона «Ланцет» на Украине. Нужно хорошо замаскировать. Противник просто аэроразведку тоже проводит. Если обнаружит катапульту, сразу к нам прилетит сюрприз. Довольно-таки неплохой. Как уже было не первый раз, но мы хорошо замаскируем катапульту. Цель у нас самоходная артиллерия, 2С1 «Гвоздика». Еще танк выезжает работать. Сейчас выберем приоритет. Если самоходная артиллерия не уйдет в укрытие, мы ее поразим. 333! Давай, давай, цель наблюдаю. Да, вижу, вижу. Все, захожу. Да, есть попадание. Тучи! Есть попадание, цель поражена. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.